Всем приветики. Пришел ко мне такой кабель, типа вот как этот, только на концах не такие вот штучки, а для USB. Здесь так и написано USB кейбл. 0,50 центов, на самом деле я давал $1.30. Вот. И надо сейчас открыть. Ну, можно разрезать и так, в принципе, по кончику. Отрезаем. Вот он такой почтовый пакет внутри видно. Пупырочка небольшая есть. Небольшая пупырочка. Она вся и раздавленная почти что. Ну, вот. Ну и, собственно... Такая вот штучка. Сюда входит USB. Идет сюда кнопка. Так включена, где черточка нажата. Так выключена. Здесь что-то написано. Никаких параметров какие-то. Непонятно что. Вот. Но довольно-таки прикольно, как на этих, как на светильниках, типа лампочка. Как на лампочке настольной. Такие же большие выключатели. Что, в принципе, даже удобно, потому что, ну, вроде как сделано качественно. Единственное, что кнопка какая-то немножко такая, как немножко не сильно свежо, так сказать, выглядит, как будто она. Ну, так, в целом, вроде нормально, нужно сейчас проверить. В общем, вы таким вот образом вставляете в разрыв подключения чего-либо. Вот, например, зарядник для телефона, а вот тестер USB. Ну, а сюда, собственно, телефон подключается в тестер. Ну, либо сразу сюда вместо тестера. То есть можно считать, что вместо тестера сюда сейчас подключен телефон. Включаем. И вот оно включилось. Нажимаем кнопку «Выключилось». Нажимаем «Включилось». То есть можно даже и телефон таким вот образом поставить на зарядку, нажал кнопку «Выключиться». То есть телефон не будет заряжаться, но блок питания будет работать. Ну, естественно, это нет смысла, зачем, чтобы блок питания был под напряжением, когда ничего не заряжается. Это просто как пример. А я брал для того, чтобы на компьютере можно было отключать USB-устройство, которое подключено к компьютеру. Это очень удобно. Или, то есть, ты хочешь, компьютер подключил какое-то устройство, которое работает от компьютера. И если ты хочешь его отключить, можно его не выдергивать, а просто вот нажать кнопку. Ну, естественно, флешку сюда не подключишь, потому что это только для питания устройств. То есть, именно то, что питается от компьютера. Как, например, у меня звуковой спектр. То есть, например, вот он мой звуковой спектр, он просто подключен, все, что он делает, это берет питание от компьютера через... То есть, вот он по аудиоразъему он подключен и следит за музыкой, когда музыка появляется, начинается движение на звуковом спектре. А когда... А к USB он подключен просто для того, чтобы брать питание. То есть, если от USB отключить, соответственно, он погаснет. И я решил, что можно придумать для него такую кнопочку, чтобы если нужно будет его... Ну, когда он мне не нужен, мне же не всегда нужно наблюдать за аудиоспектром. То просто вот такая кнопочка нужен, включил, смотришь, как под музыку мигает аудиоспектр. Не нужен, нажал кнопочку, и он погас. То есть вот нажал кнопочку, звуковой спектр включился. Нажал кнопочку, выключился. Очень даже удобно. То есть... Мне же, ну, я же не всегда, допустим, наблюдаю за спектром, не всегда у меня есть какие-то звуки. Когда никаких звуков нет, то можно его выключить. Или когда он, например, мне вообще сегодня не нужен, отключил, и все. Завтра, например, я хочу, чтобы он работал. Нажал кнопочку, пожалуйста, он работает. Очень даже удобно, лежит на столе. Такая кнопочка и устройство, которое тебе не нужно, ты просто одним нажатием отключаешь. Или одним нажатием снова включаешь. Вот. Раз, погас. Раз, загорелся. Очень, очень удобно вообще. То есть, не нужно ничего не выдергивать, не отключать, не подключать. Просто кнопочка.
очень-очень удобно, на самом деле. Реально круто. Кстати, мой первый USB-выключатель. До этого у меня такого не было, потому что, собственно, и необходимости не было. А сейчас появился звуковой спектр, собственно, я подумал, что было бы неплохо и кнопку для его выключения добавить. Ну и вот она есть. Как по мне, довольно-таки удобно, довольно-таки круто. Тем более, что кнопка сделана более-менее качественно. Такая вся матовенькая. Никаких зазоров на ней нету. Все вроде бы нормально. Все, как по мне, сделано качественно. Тем более, она такая большая, не промахнешься. Как раз под палец. У меня палец довольно-таки большой, и она как раз-таки под палец. Удобно. Вот. Теперь у меня звуковой спектр будет с кнопочкой. С вот этой подключен. Ну, а на этом все. Всем покедово.